Я не являюсь представителем тех, кто вышел тогда в основном на митинги. Я не маргинал. Я выросла в центре города. Я коренная алматинка. Ну, слушайте, я не маргинал. Я на эти митинги не хожу. Я высшего уровня. Я коренная алматинка. Ну, подразумевается, что маргиналы там понаехали, всякие эти манкурты. Безграмотные, вечно недовольные, холодные, злые, в основном казахи. Это чистейшая она русофил, манкуртка такая, высокого мнения о себе и презрения к казахам. Я это четко вижу, считываю, да. Я не маргинал. Я выросла в центре города. Я коренная алматинка. Знаете, есть такое понятие, оговорка по Фрейду. Такие ситуации, как оговорка, обычно происходят в состоянии психического напряжения, либо при быстрой речи или письме. Данный феномен отражает бессознательное человека. Ну, интервью дает, там напряжение, вот она вырвалась я. То, что в голове всегда имеется в виду. Я не маргинал. Я алматинка, коренная. И вот этот лицемер сейчас баллотируется. Знаете, я в первую очередь журналист. Журналист, вот даже ради интереса могла бы казахский изучать, нет, и плевать. США, не отвечу, и я даже сейчас попрошу Я уверена, чешский уже знает. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азии». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. А вот на такие вот особи, они не будут никогда учить казахский, потому что презирают. Но, тем не менее, смотрите, она говорит, чтобы ходить по митингам, чтобы там попадать 15 суток и т.д. Я не маргинал. Но, тем не менее, она, пропиарившись на кровавом пантаре, хочет баллотироваться от имени этих маргиналов. Парадокс, да?